Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я закинул на Case Battle 10 тысяч рублей. С промокодом из ВК-группы вышло 12 335 рублей. Также я закинул 10 кусков на Вандеркейс. С промокодом NKLR вышло тоже 12 тысяч рублей. И давайте проверим, какой сайт мне лучше выдаст депозитов 10 кусков. Но если честно, надеюсь, что меня и Вандеркейс, и Case Battle сегодня планируют хорошо насыпать. А давайте, наверное, со старта на КБ откроем. Ну, какой-нибудь Ирлан, этот кейсик хорошо выдает. 3 штуки на 4350 рублей. Хочу чуть-чуть сделать звуки потише, тут что-то они очень громкие. Вот так вот будет нормально. А, падает нам 2000, вообще ни о чем. Ну что, полетели делать вот такие вот апгрейдики. Надеюсь, хоть что-нибудь да зайдет. Глок Франклин 10%. Давай прям первый апгрейд 10% выиграть было бы очень сказочно, но нет. Окей, 22%. Можно вот это взять и спокойненько выиграть. Отлично, ладно, 4000 у нас уже лежит в инвентаре. Ну и вот этот на 3000, допустим, шанс 20%. Ну может прокнуть вообще спокойно. Давай, 20% два раза подряд, можно? Слушайте, а как будто бы не остановится, сука. Ну, неприятно, неприятно. Лады, пока глок оставим, еще на балике 8000 рублей. Давайте новый кейс Дракулы, 4 штуки на 3200 рублей попробуем. Посмотрим, как он насыпет. Можно что-нибудь хорошее, пожалуйста. Ну, страж юст неплохой, все остальное говно. Ну, хотя нет, кстати, 2000, ну, не, это говно, 3200 открывали. Полное говно. А, давайте попробуем контракт, давно их не делал на КБ. Такая роспись, на 2000 делаем, получаем 1200. Вообще сказка, слушайте. Апгрейд на 3000, дикое пламя, 40%. Можно выиграть? Я хочу лесенкой вот это выиграть и потом сразу еще сделать один апгрейд. Вот это вроде как еле-еле, но выигрываем, отлично. Сразу еще один на 6000, ну чтобы выйти в хороший плюс. Давай, МКазим 52% нагло, но если выиграем, будет вообще сказочно. Отлично, мы этот апгрейд тоже выигрываем. И у нас в инвентаре уже шмоток почти на 11 тысяч рублей, еще 4800 на балансе. А депали мы всего десярик, отлично. Так, давайте сейчас тронем перчаточный бум, 4 штуки на 2400. Ну да, перчатки не судьба мне выбить походу. Лады, апгрейдики, все вот эти вот скинчики запустим на 5000. Ну попробуем прям лоу-лоу процент поймать, потому что я знаю, кейс батл он может на таком проценте выдать. Да, тяжко, но выдать может. Мы прям сейчас, ну не остановишься, что ли, сука. Ну это было близко. Окей, 6%, очередной раз пытаюсь поймать. Не получается, 10, ну что с тобой. Ну давай ты мне дашь делать апгрейд, пожалуйста. 10%, ой, кстати, летит не... Нет, он в конце как будто, сука, специально стопит. Ладно, мы подфармили лузы, можно сейчас попробовать вот так вот 8000 сделать. Давайте тройнем на US темная вода, 51%, пожалуйста, пожалуйста. Можно это взять и спокойненько выиграть, отлично. Ладно, важные апгрейды на КБ мы сегодня выигрываем. У нас шмоток уже на 14 рублей, еще 2400 на балансе. Так, на 2400 я хочу открыть, наверное, Волан-де-Морт. Да, просто улыном 6 штук. Выдаст, не выдаст. Да не, ну что-то новые кейсы, кстати, вообще не выдают. Обычно на всех сайтах новые кейсы, когда только вышли, хорошо выдают. Но здесь что-то вообще какая-то обратная история. Ладно, на 4000 все, запустим. Попытаемся поймать опять лоу процент. Ну, как будто... Ну, просто вот чуйка есть, что я сегодня лоу процент один поймаю. Может быть, я ошибаюсь. Ну, а вдруг? А вот вдруг прямо сейчас мы возьмем, да поймаем 5%. Отлично, пацаны. Да ведь? Да ведь не, да не пролетаю. Отлично. 5% мы тоже ловим. Нормально. У нас уже инвентарь почти на 20-ку. А депали мы 10 тысяч. Ну, такое мне прям нравится. Давайте сейчас апгрейдик. Вот такой вот, я думаю, на 5 тысяч рублей. Ну, что, попробуем теперь по 10 половить. Ну, это, конечно, уже супер наглое. Но, в принципе, это возможно. Даже возможно прямо сейчас мы еще 1%... Ой, еще один апгрейд на 12% выиграем. Отлично. Не, ну слушайте, а сегодня кейс ваду прям на выдаче. Давайте остальное запихнем в контракт. Ой, не-не, тихо, вот это не надо. Вот такой вот контракт на 1133 делаем. Получаем 800 рублей, блять, база, окей. Апгрейдик на 4000 рублей. Но вот 20% он в теории может еще раз выдать. Вряд ли, конечно, но попробовать стоит. Давай, 20%. Ну, что, крутиться будем? Давай, выдашь, не выдашь. Слушайте, а как будто может. Ну, или перелетит. Непонятно. Может остановиться, может перелететь. Но, к сожалению, перелетает. Но в любом случае, пацаны, уже 23 тысячи у нас в инвентаре. И давайте сейчас еще откроем все бесплатные кейсы за деп. По идее, я могу открыть один сапфировый, не изумрудный нахрен. А сапфировый за 1000 кейс батл коинов. Выдашь, не выдашь. Ну, 500 рублей на баланс. В принципе, не так плохо. И на 500 рублей давайте откроем. Здесь есть какой-то росомах или что-то такое. Или этот кейс убрали. А, слушайте, походу росомаху убрали. Был роунд, еще был росомаху. Но сейчас я не вижу этого кейса. Или я в глаза долблюсь, такое тоже возможно. Ну, давайте тогда с урона одну штуку. Ах, падает ни о чем, 218. Апгрейдик на 5000 рублей, пробуем очередной раз поймать 4 уже процента. Ну, в теории это возможно, я знаю кейс батл, но не, не выдает. Но, пацаны, я не вижу смысла дальше заигрываться. Мы в любом случае задепали десятку, выводим почти 25 тысяч рублей. А по стиму это все будет стоить почти 30 тысяч. Я считаю, с 10 тысяч вывести 30 тысяч по стиму это вполне солидный результат. То ставим все эти скинчики на вывод и ждем, пока нам придет наш трейдик. Пацаны, прошло около 5 минут, все скинчики мне уже залетели трейдиком. В общем, они стоят по стиму 27 377 рублей. Но я считаю,
задепать десятку на КБ и вывести 27 кусков, но это классно, мне такое нравится. А теперь мы отправляемся на Вандер Кейс. Давайте со старта откроем все бесплатные кейсы за деп, посмотрим, как они будут выдавать. Ну и в идеале, что, ну на Вандере я могу сильно порисковать, потому что мы, по идее, 2 депа уже отбили. Мы на КБ подняли 27 тысяч, задепал я на 2 сайта по 10 тысяч. Короче, я уже в любом случае в плюсе, но благодаря этому зато можно теперь на Вандере хорошо порисковать. То есть, ну, совсем в тупую играть, пытаться все слить я не буду, но пытаться поднять какую-нибудь крупную сумму, как будто бы можно. Так, десятки нам падает. Ну, бесплатки так себе повыдавали, если честно. Давайте сейчас апгрейдик вот такой вот на 10 тысяч рублей. Попробуем поймать 9%. К сожалению, слив. Лады, на балике 12 516 рублей. Давайте сейчас откроем YouTube. Ну, вы знаете, как я люблю этот кейсик. 5 штук на 3000 рублей. Падает нам нормально, 3700. Давайте сейчас вот такой вот контрактик делаем на 3700. Получаем 2200, сука. Окей, апгрейдик на 10 тысяч рублей. Вот такой вот. 21%. Можешь взять мне, пожалуйста, и выдать. Но, сука, ну 9500 на балансе. Наши дела ухудшаются. Окей, новый кейсик. Гроза, 2 штуки на 4200. Ну, вроде как, ну, почти выдал. Еще 2. Давай что-то прям мощное. Вот, ну, нормально. 4800. Это уже хорошо. А тебя давай сейчас на 7000 рублей. Давай, ну, надо взять и выиграть, считай, спокойно. Пожалуйста, шанс 45%. Проигрываем, сука, окей. Ну это что-то меня начинает расстраивать уже. На 10 тысяч апгрейдик, но это рисково. Но может прокнет, 15% тоже сливаем, сука. Ну пора как будто тогда рисковать. Давайте магнат тройнем одну штуку. Ну надеюсь хотя бы он выдает. Он нам выдает, отлично. Что-то у меня в горле чуть-чуть пересохло, пацаны, даже подавился. Давайте, ладно, сейчас еще один такой апгрейд на 12 тысяч. Ну дохрена было лузов подряд. Надо взять сейчас и... Да, выиграть. Честно, я думал застопиться не выиграем. Но мы выигрываем этот апгрейдик, отлично. Отлично, но нормально, сумма нашего депозита у нас уже лежит в инвентаре. Но с перчаток с магнатой я прям сильно удивился. Да, сейчас гроза еще один. Ты мне так нормально, я считаю, не выдал. Да и не планируешь, походу. Окей, апгрейдик на 5000 рублей. Ну, шанс около 20%. Как будто можно выдать, потому что было много сливов подряд. Отлично, но я по начальной анимации еще понял то, что я выигрываю. И у нас сейчас получается в инвентаре шмоток на 17 тысяч рублей. Ну, это жестко. Давайте, наверное, АВП распространение... Ой, АВП распространение... АВП скоростной зверь мы продадим. У нас на балике 6100 рублей. Вот на эти бабки мы еще пооткрываем кейсы. Ну, например, тот же YouTube, 5 штук на 3000. Выдашь, не выдашь. Вроде как выдают 5500. Вообще красота. Давайте вот эти все скинчики попробуем еще раз в контракт засунуть. Я надеюсь, что мы возьмем сейчас и окупимся. 6800, отлично. И на 12 тысяч вот такой вот уверенный апгрейдик. И мы как раз шмотку за 12 кусков возвращаем. У нас будет 2 одинаковых ножа в инвентаре. Было бы классно, но не будет 2 одинаковых ножа в инвентаре. Ладно, 3200 на балансе. Короче, пипега. Давайте одну штуку откроем. Пипега за 3000 вот так открываем. Можно что-нибудь хорошее? Ну, пожалуйста. Изумрудный кварц, это дорого? Это стоит вообще 12 тысяч рублей. Нормально, пацаны. Ну, вернули свой баланс. Получается, даже чуть-чуть, в принципе, вышли в плюс. Потому что уже в инвентаре шмоток на 24 тысячи рублей. Короче, давайте продадим этот нож. В конце сделаем один серьезный апгрейд. Ну, я думаю, можно на 50 тысяч. Ну, как будто мы это победим. Но я на это сильно надеюсь. Но надо выбрать еще скинчик. Потому что вывести хотелось бы прям что-нибудь классное. Вот удар молнии неплохо. Вот хотелось бы прям какой-то крутой... Вот может Дигл Пламя. Вот, кстати, Дигл Пламя было бы неплохо. Потому что он примерно столько и стоит. Я это просто знаю. Но шанс у нас 19%. Но мы еще балансом добавим. Еще перчатки порог тоже неплохо. Короче, ладно. Давайте, наверное, Дигл Пламя. Добавляем балансом. Получается сколько? 12 тысяч. Ну, 500... Ну... Ну, 174, да, нормально. Шанс 40%. Ну что, выдашь, не выдашь? Ну, пожалуйста, можно взять и выиграть этот апгрейд. Отлично, пацаны, этот апгрейд мы на Вандеркейсе выигрываем. Ну и чё, мы с десяточки на Вандере поднимаем 60 тысяч, а на Кейсбатле почти 30-ху. Но на вот такие вот битвы сайтов мне заходит больше всего. Ну и, естественно, дальше нет смысла заигрываться. Мы просто ставим этот Дигл Пламя на вывод. Отлично, запрос на вывод принят. И ждем, пока нам придет наш трейдик. Пацаны, прошло около 3 минут, да даже 3 минуты не прошло. Мне уже залетает мой трейдик на Дигл Пламя. По Steam он стоит 8352 рубля. То есть больше, чем на Вандере. Почти на 20 тысяч. Но на Вандере всегда выгодный вывод. И, естественно, мы принимаем этот трейдик. Ну и на такой великолепной ноте можно 100% заканчивать видос. Напоминаю, парни, все, кто хотят покатать на Вандер Кейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 20% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1200. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И также не забывайте про бесплатный кейс за регистрацию на сайте, а ссылочка на Вандер Кейс будет в закрепленном комментарии. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Всем удачи, всех люблю!